должна быть немедленно остановлена эта операция, должно быть немедленно объявлено о прекращении огня, и только так можно создать условия для переговорного процесса. Как иначе? Невозможно. Понимаете, если скажем, правый сектор принимает участие в боевых действиях, а это не официальное, формальное, не официальное вооруженное формирование, выводит своих собственных солдат, официальных военнослужащих украинских вооруженных сил и расстреливает их без суда и следствия в поле только за то, что они отказались стрелять в народ, или захватив госпиталь, расстреливает раненых, то разве это можно считать нормальными условиями для начала переговорного процесса? Конечно, нет. Нужно это немедленно прекратить. И, разумеется, я многим своим партнерам по сегодняшним переговорам сказал, что мы ждем тщательного расследования всех преступлений, в том числе преступлений в Одессе.